Ведущий уролог страны Дмитрий Перлин прибыл в нашу республику вместе с тремя коллегами из Волгограда с целью обмена опытом. 18 ноября волгоградские врачи совместно с сотрудниками Карачаево-Черкесского онкологического диспансера провели две операции по удалению злокачественной опухоли почки и надпочечника. Уникальность проведенных операций, вернее лапароскопической резекции, в использовании минимально инвазивного доступа к органу. Говоря проще, проколы вместо разрезов. Наша задача – сохранить качество жизни, но с учетом, что мы выполняем эти операции эндоскопически, еще и не ограничивать пациента в его физической реабилитации, в полной абсолютной реабилитации. Пациент будет продолжать работать, если он работает так же, как и работал, и не будет иметь никаких ограничений. Ну и период реабилитации, конечно, пациент может быть через 2 дня выписан из клиники, если все благополучно. Операции проходили в режиме онлайн-трансляции для ведущих хирургов-онкологов. Необычный формат мастер-класса для обучения лапароскопическим операциям собрал врачей не только нашей республики, но и соседних регионов. Все они – специалисты, которые постоянно повышают уровень своих медицинских знаний с целью совершенствования качества медицинского обслуживания. У нас молодая команда онкологов, которая на сегодняшний день у нас больше всего лапароскопических операций по республике именно делалась в онкологии. С горящим взором молодые люди, остепененные, доктора наук, кандидаты медицинских наук, которые не стоят на месте. Ну, я не знаю, нету тех конференций, нету тех мастер-классов российского масштаба, которые они не посещают. И я им благодарен за это, то, что основное их стремление – это помочь той категории лиц, которые именно обращаются к ним. Хирурги, урологи, нефрологи не только следили за процессом операции, но и прослушали лекции по особенностям и тонкостям органосохраняющих операций при почечно-клеточном раке и эндоскопическому доступу в урологии. По мнению специалистов Карачаево-Черкесского онкологического диспансера, подобный обмен опытом полезен для врачей. Полученные знания помогут улучшить качество жизни оперируемых. Сегодня здесь присутствуют урологи, онкологи, хирурга с Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, с Кабардино-Балкарии и из Дагестана. Будут проводиться 2 операции лапароскопические. Это операция, которая делается без разреза проколами. Это новые технологии, оборудование для таких операций у нас существует, и мы хотим широко развивать эту хирургию здесь. Во-первых, это колоссальная возможность поделиться опытом. Поделиться опытом и много чего узнать тем, чем занимается за пределами нашего региона. Более 3 лет, так скажу, занимаемся этими операциями лапароскопической хирургии. Это путь быстрого выздоровления пациентов наших. И Перлин Дмитрий Владиславович один из тех основоположников этого доступа. Хирургическая техника и слаженность работы приглашенной бригады была отмечена многими участниками и коллегами, наблюдавшими трансляцию. Впрочем, все участники мастер-класса продемонстрировали высокий профессионализм. Конференция оставила у всех коллег хорошие впечатления. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.